This is how I joined the Northmen in their raid on Lindisfarne. Ethelred had held me captive for months, and that was my chance to get even. When Jarl Ulf Ironbeard regained his strength and we collected enough supplies, we could finally head on to join the rest of the expedition. However, the road to Lindisfarne was not an easy one. Every once in a while, we encountered Ethelred's troops. Our supplies ran out faster than we were able to loot the surrounding villages. It was then that the scouts noticed an approaching caravan with food and weapons. We prepared an ambush, not expecting that someone else was preparing to attack it as well. Дорогие друзья, приветствую вас. С вами Акжес, и сегодня мы продолжаем играть в игру Ancestors. Нам необходимо уничтожить охрану каравана. Так, два чела. Ульф и Годрик не должны помереть. Так, это у нас налетчики с копьями и щитоносцы. Охрана у нас раз, два, три. Ага. Стражники с копьями, щитоносцы и стражники с копьями противодействуют нам. Так, это что? Яма с грязью, простая яма. Яма с колиями. Распустить отряд не надо, отступление. Поднять щиты при стрельбе, атака в ближнем бою. Так, сменить защиту в ближнем бою, сменить режим. Оборонительный круг. Погоня, скорость перемещения, защита при стрельбе. Ловушки мы не успеем сделать. Так, щитоносцы сюда, копейщики сюда. Давайте глянем, что здесь происходит. Так, здесь наших бьют. Померли наши воины. Печаль, горе, отчаяние, ну блин, что поделать. Короче, копейщики, слабое звено в нашем деле. Отлично. You're lucky we were close. They might have killed you. Come, let's talk to Hragar, chieftain. Who are you people? We are loyal to the past king Osred II, betrayed by the new king Æthelred. We're waiting here to retaliate. Так, ну они, смотри, обосновали здесь нормальный лагерек. Здесь будем сейчас отсыпаться, отдыхать. Подружбаемся с разбойничками. Что, все, что ли, прибежали? Ready to fight! Quickly! Now! Вот у нас Хродгар. The road to Lindisfarne is blocked. We will help you take the enemies down, but we need supplies first. There are two villages nearby. Let's force peasants to gather food and wood for us. Какие умники, а? Естественно, нас сейчас локомотив пустят. Seek the woods nearby. The enemies will surely try to reclaim the villages. Take some of our soldiers with you. Так, наем войск. Чтобы нанять налетчиков с копьями, выберите казарму, а затем щелкните по пункту отряд налетчиков с копьями в меню вкладок. Да, вот они, налетчики с копьями.
Так, а где наши ресурсы, интересно? Наем отрядов, возвести постройки, технологии. Бегите дальше. Хотелось бы вот этих щитоносцев. Все, что ли? Что-то как-то это... сильно мало. Ладно, будем работать с тем, что есть. Что-то как-то сильно далеко. Здесь у нас перекресток. Давайте лесами, полями пойдем. Так, давайте глянем, что у нас. Warriors. Солдатушки. Наверное, подлечить вас надо. Ладно. Подождем пока. Так, это у нас Годрик. Что он тут может? Ярость, атака в ближнем бою, урон в ближнем бою, защита в ближнем, скорость перемещения. Этот чувак. Предводитель викингов, превосходство, уязвимость. Так, превосходство на копьях и лучники, уязвимость конники и мечники. Так, топорники и конница. Копейщики и лучники. Хорошо. Будем иметь в виду. Так, надо аккуратненько. Замечен отряд противника. Щитоносцы. Держимся, держимся. Так. Молодцы, добили. Все, не орите так сильно. Сейчас всех этих распугаете, блин. Так, где наши копейщики? Давай сюда отправим их. О, господи, еще засада. Нарисовались уроды, как для черти из табакерки. Так, щитоносцы, нам надо подлечиться. Лечим солдатушек наших. Все, молодцы. Пошли дальше. Так, где наши копейщики? Мы хотели обоз. Enemy spotted. Давайте с торца. С фланга заходим. Ой, молодца. Ой, молодца, давайте. Наши копейщики уже страдают. Лечим. Два человека, три человека потеряли, блин. Делаем копейщиков еще.
Так, короче, давай. Забирай. Что хочу сказать, друзья. Игра очень брутальная. Посмотрите на этого героя. Детализация обалденная. Так, отрицательное. Что там отрицательное? Отрицательное. Сюда бежим. Так, жопу не будем мять, продвигаемся. Нам нужны кусты. Так, это у нас щитоносцы идут. Блин. Сюда. На передний фланг. Так, нашего ульфа заводим. Где Гудрик? Воин умер. Так, ну как показывает практика, копейщики против щитоносцев не очень сильно стоят. Блин. Лечимся. Так, интересно, пополнить как-то можно? Давайте еще. Захватить где? На холме. Так, а еще у нас рыбацкая есть. Рыбацкая деревушка. Так, тут есть деревушка. Давайте мы ее захватим. Так, щитоносцы. Пустили под нож всех жителей. Ага. Забираем ресурсы. Так, нам нужно поджечь. Факелы. Факелов нет, только ночью. Так, у нас открылась новая способность у щитоносцев наступления, скорость, оборона. Давайте наступление им откроем. Так, какого хрена не поджигается? Яма с копьями. Так, давайте. Отдыхают. Так, нам нужно продвигаться. Давайте сюда уходим. Так, разделяем. Годрика сюда оставляем. Ульфа и эти два копейщиков. Уходим на рыбацкую деревушку. Опа. Это у нас что, прачники? Давайте вперед.
этом сайте крушитель. Страх. Так. Здесь у нас пока что все нормально. Так, ну тут отрядов прям это. Нормально тут. Давайте против копейщика. Понеслась. Захват деревень. Чтобы захватить деревню, прикажите свои отряды сначала поджечь, затем войти внутрь. Ход захвата будет показан на шкале над главной постройкой. Цвет рамки этой шкалы прозрачный, коричневый, серебряный или золотой показывает. Уровень обороны деревни. Чем выше этот уровень, тем больше вы сможете для захвата. Если в деревню войдут отряды противника, захват прервется. Ну что? Одно радует то, что у них нету этого. Так. Давайте. Ага, сами уже начали. Чтобы захватить деревню, пока прикажите своим отрядам сначала поджечь ее, затем войти внутрь. Идет захват. Ну, соответственно, все просто. Да не пугайтесь вы так, селяне. Сейчас все будет нормально. Так, чтобы нанять крестьян для добычи ресурсов, выберите постройку деревни, щелкните по значку источника ресурсов в меню вкладок. Так, нанять для всех, склад, пища. Чтобы нанять крестьян для добычи ресурсов, выберите постройку деревни. Так, источник ресурсов. Так, наймите крестьян, чтобы добывать больше пищи. Малая ферма, нанять, отправка крестьян ко всем свободным источникам ресурсов. Так, у нас 15. Нормально. We can also use villagers to recruit more warriors. В армию селян можем призывать. Все отлично. Так, этих лечим. Восполнить потери. Отлично. Так, крестьяне пошли работать. Сделаем еще один отряд. Все отлично. Так, крестьяне торжествуют. Все заняты своим делом. Остается только... Так, остается только... мобилизовать население на войну и вперед. Отлично, пищу нашли. Так, выдвинем сюда отряды. Пока что они не нужны тут. Так, малая ферма давайте тоже построим. Это у нас что, склад? Возьмем место деревни, захватите его, и вы получите контроль над всем поселением. Возвести постройки. Тут пока что ничего нету. Так, наше дело правое, нам необходимо захватывать основную базу. Здесь пока все сделано. Перемещаем сюда людей. Так. Давайте посмотрим, нам необходимо отряд ввести в круг или же в самой деревне он будет. Так, а ну-ка.
Да. Необходимо ввести вот в зону действия главного здания. Отлично. Отлично прям. А щитоносцев мы можем восполнить? Давайте быстрее, быстрее прям. Так, этих сюда. Пока ничего нету. Восполняем потери. Отлично. Так, вижу вражин. Началось. Давайте, давайте, давайте. Разбираются наши игрушки. Все. Так, восполняем. Давайте бегом. Так, подлечим сразу. Восполнить потери у нас 5, да? И 2 железа. Железа у нас нету. Это не есть хорошо. Все, лечимся. Так, отряды у нас 50. Так, мы готовы к нападению. Это наши союзные войска. Все отлично. Так, этих чувачков. Так, щитовики. Все, да? Так, ну по сути все, тут один отряд всего стоит, так что я думаю, он не создаст нам проблем. Продвигаемся. Подводим наших начальников, будет главных героев. Так, тут я смотрю еще это. Так, вот сюда этих нужно. Да вы чё? Добивайте быстрее. Бегом. Что-то прям наши копейщики какие-то это слабенькие. Видимо, я что-то не так делаю. Необходимо этих сюда. Отводим. Лоханулись мы немного. Так, лечиться. Лечиться. Всем вколоть адреналинчику. Восстановить силы. Сейчас будем воевать. Так, нормально. Все, продвигаемся. Надеюсь, тут один отряд только. Все. Так, этот отряд.
Quickly! Давайте бегом. On the double! Fail there! Fierce, listen! On the double! Да иди уже забери эти долбанные припасы. Ну что тут происходит? Давайте добейте этих уродов. Противник атакует. Так, все идет захват. Now, let's make these beautiful peasants work for us. Let's go there! Так. Большая ферма, лесопилка. Отряд сделаем. Ну, расширяем свои владения. Так, давайте подлечимся. Металла у нас ни хрена нету. Пока есть время, восстановим отряды. Так, где нам взять металл? Железо нужно для изучения технологии и улучшения армии. Нанимайте крестьян из захваченных деревень, чтобы добывать больше железа. Лесопилка. Ага, нанять для всех. Все источники ресурсов заполнены. Так, больше пищи. Больше пищи, это, конечно, хорошо. Good. We have resources. The only thing left is to get better equipment. We need to capture the iron mine and craft ourselves better armors. Only then we can assault the outpost. I'll send one squad with you. Как обычно, припадают на хвост. Мы всю основную работу сделали. Но он, соответственно, хочет лавр получить себе на шару, да? Ладно, продвигаемся, раз мы такие наемники. Вот дорога. Так, вот деревня наша. Ох, тут же какое-то побоище было, да? Вот сюда. Выдвигаем наших людей. Нам нужен металл. Так, а как мне переназначить, интересно? Видимо, никак, да? Это что? Это у нас хаванина. Так, хорошо, еда есть. Защита деревни. Чтобы приказать крестьянам защищать деревню, выберите ее на карте закладки деревни. А затем щелкните по пункту тревога. Тревога. Сразу кипиш начался. Так, где мои отряды? Господи, боже мой. Давайте отправляем туда. Это наши крестьяне что-то это. Ну что, где? Где? Ох ты, попали под раздачу. Attack!
все, полегли. Ну ёпана мать. Ёпарсоте, пока вы, блядь, надумаете, пока вы созреете, проходим сюда. А этот отряд сюда. Что-то не хочет он это. Так, этих сюда героев. Да хер ли ты, блин, это поджигаешь, ты иди месись. Так, поднять щиты, связать боем, не давайте вражеским отрядам отступить. Металлолома у нас нету. Это что? Ну что-то не сильно-то они шли на защиту деревни. Ёлки-палки. Поджигаем деревню, уничтожаем. Более мы не можем создавать отряды, да? Так. Добить. Восполнить потери не получится, потому что не хватает ресурсов нам. Ладно, будем работать с тем, что есть. Копейщики, кстати, ну что-то не сильно-то это. Против лучников, против пехоты. Ага. Щитоносцы хороши против лучников, да? А эти только против конницы и топорников. О, блин. Попадос, конечно. Так, подлечу. Продвигаемся. Listen up, Spear. Let's go there. I'm here. Moving out. Так, нам к мосту надо. Здесь что-то произошло ужасное. Кровавая жатва здесь была. Quickly, there. Так, это у нас какая-то деревушка. They are heavily fortified. I am missing our lost archer squad. They shouldn't be far away. Так, он должен быть где-то неподалеку. Неподалеку. А где он? Лучники нам бы сейчас не помешали. Move quickly! Где наши топорники? Да, вы что так быстро-то? Так. Я, честно говоря, не вижу я наших
лучника. Вот этот отряд, уходи. Так, лечимся. Shields! Time to move! Spearmen! Так, оборону. They have attacked! I'm here! Hey, the guard! Короче. Уж делать нечего. Включаем ярость. Блин, не особо мне нравятся эти копейщики наши. Что-то какие-то они лажовые вообще. Какие-то лажовые, ей-богу. Это что? Это, видимо, сюда надо сбегать, да? Лучники засели что-то в самые дебри, блин. Так, это у нас щитоносцы. Английские лучники. Ну, вообще по подозу, блин. Пум-п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 ум. Давайте бегом. Так. Наняты налетчики с копьями. There you are. Come with us. We need your help. Affirmative. On move! Find the high ground. И все, один отряд. Что-то не слишком-то это много. Слишком-то много. Так, лучники наши. И что там, добили, не добили? Sniping them out is definitely wiser than frontal charge. Ну, естественно. Только вопрос в том, что там английские лучники еще есть. Так. Это против копейщиков и лучников силен. Наступление. Так, это что, не стрелять? Прикрытие. Достанешь? Давайте глянем. Отводим. I'm here. С
Так, отводим. Кто у нас против щитоносца? Нормально. Блять, он своих бьет. Дебил кусок. Что-то вообще не айс. Стрельба по своим. Идиот, блин, тупорылый. Это какие-то лучники косорылые, честно сказать. То ли я так управляю, то ли... Так. И кто же у нас против лучников силен? Силен. Эти слабаки против лучника. Вот где мне щитоносца брать? Годрик ready! Silverers! Time to move! Лечитесь, пока есть время. Так, нам теперь нужно переправиться на ту сторону и вдарить. Так, первым у нас пойдет лучники. Потом у нас щитоносцы идут и... Ready to fight! Coming over! О, блядь! Ангелмен! Атак! Ready to fight! Так. Стрельба по своим, дебил. О, господи! Лучники, отвалите нахрен. Отступление. Вперед. Вот так это лучше. Это у нас то. Английские лучники. Поджигай. Годрик. Нормально. Так. Лечимся. Сюда заходим. Казармы. Поджигаем, уничтожаем. А то у нас создает там проблемы до хрена. Блин, продвинулись еле как. Так, нам нужны бойцы вот здесь. Щитоносцы. Давайте, вы же как раз против них нормально должны стоять. Ёбана мать.
Господи. Так. Где наш второй чувак? Блин, сейчас будет такая хренотень, что некем будет сражаться. А чё тут? Так, более-менее мы расхреначили. Подвигаемся. Вот еще отряд. Как-то все получилось через одно место. Блин, хорошо было бы найти металл. Нам щитоносцев нужно пополнить. Так, ждем, пока... Ждем, пока копички мобилизуются и вперед. И пустим атаку. Так, лучников сюда. Этих сюда. Так, наши герои. Щитоносцев оставляем в резерве. Нужно их беречь. Годрик, подлечись. Тоже подлечитесь. Где наши резервы? Так, отлично. Тяжковато, конечно, но это и только из-за того, что я еще не разобрался в игре, как управлять. Далее, я думаю, будет поинтереснее по получителю. Металл вижу, металл. Это хорошо. Так, все, понеслась. Жги все, круши и жги. Так, идет захват, все нормально. 150 металла у нас. Отлично. Улучшение доспехов. Если вы улучшите доспехи своего отряда, его воины смогут дольше оставаться в бою. Выберите отряд и щелкните по значку доспехов в его меню. Это можно сделать дважды, но каждое последующее улучшение делает доспехи более тяжелыми, немного ухудшая маневренность отряда. Так, вот они, нормандские доспехи. 60 металла. Так. Это кто у нас? Щитоносцы. Давайте взглянем на этих хлопцев. Ох, красавцы, откуда уже в крови измазанные? Так, 70. Копейщики тут кто-то нарисовались. Так, улучшить не менее трех отрядов. Один из трех. У нас есть щитоносцы, которых необходимо отправить сюда. Давайте еще этих щитоносцев апгрейдим. А вот этих чуваков нам вообще нужно пополнить. По металлу 20. Давай берем отряд и вперед. Отлично.
Так, щитоносцы. Пополняем. Так, 80. Отлично. Пополнили мы строй. Теперь модернизируем. Так, ну все, выводим. Тут с рудников, на рудниках уже. Весело. Так, это вот, видимо, сюда, да? Необходимо разрушить заставу британцев. Проходить мы можем только... Так, уничтожить силы противника, разрушить заставу. Третье здание необходимо опрокинуть. Ага, вот мост. Все предельно понятно. Продвигаемся. Продвигаемся сюда пока что. Здесь у нас еще два отряда есть. Так, понятно. Наймите крестьян, чтобы добывать железо. Наймите крестьян, чтобы добывать больше железа. Отправка какой-то к свободным источникам ресурсов. Больше железа. Нам нужно больше золота. Подходим к мосту. Так, все отлично. И этот апгрейдим. Чем больше железа, тем лучше. Хоть апгрейдим свои доспехи. Так, а как они, интересно, как-то отображаются, что они... Ох ты! Это кто у нас? Рашники? Ой, молодцы. Молодцы. Так. Меткость. 70 необходимо нам металла. Стражники с копьями. А это налетчики с копьями. Стражников мы оставим пока что. Яма с грязью. Ужасная ловушка, убивающая противника. Стена копий, есть умение. Защита в ближнем бою. Так, хорошо защищен. Ясно. Переходим. Так, пускаем сначала налетчиков. А потом переходим всеми силами. This ravine looks suspicious. Use defensive formations to find and destroy any traps. Так. Оборонительный порядок. Сюда мы не залезем, так что тут отвесные горы. Продвигаемся. Одного пустим пока что. Ловушка сработала. Так, ясно. Вперед, дружи. Викинги мрут. И
быстрее на помощь. Так, лучников подводим. И наши щитовики. Короче, всех сюда. Ну что вы тут? Вы можете справиться. Все, заколбасили. Продвигаемся дальше. Ох ты, ох ты, ох ты. Тут смотрю, прям это какая-то заваруха, прашники, копейщики. Понеслась. Давайте. Одержим победу, другие. Давайте, 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 держитесь. Так. Эти у нас против мечников. Эти против мечников. Давайте быстрее. Что там такое? Блин, не можете одного добить, что ли? Так, давайте. Пробегайтесь. Какая кутерьма, прям, да, непонятно, что происходит вообще. У меня такое иногда впечатление создается, что какой-то хаос. Какой-то бардак такой. Давай, подвигай. Сюда. Так, нам три здания нужно уничтожить. Блин, давайте толпой уже работаем по одному зданию. Так, отряд готовим. Уничтожаем стрельбище. Следующее здание — ратуша. Больше отрядов у них боевых нет, так что, ну, не спеша. Интересный вопрос складывается, откуда мне эти факелы берут? Лучники как-то не в попад вообще работают. Идите вон, добивайте казармы. Чего стоим? Казармы уничтожайте. Больше огня. Нам нужно больше огня. Это что-то ничего не машет. Ой, какой ужас.
We are grateful. Now it's time to part our ways. Best of luck. And let's hope to meet again. This life or another. Дорогие друзья, мы прошли следующую главу. Ой, игры Ancestors. Она получилась суматошная какая-то. Но все приходит с опытом. Надеюсь, в следующих частях будет более все конкретнее, все целенаправнее. Будем разрабатывать какую-нибудь стратегию и тактику, как кем пользоваться против определенных юнитов. А на сегодня все. Пишите комменты, ставьте лайкосы. До следующих встреч. Пока.